Здравствуйте, всех приветствую. Хочу сегодня вам показать немного финской темы, продемонстрировать вот такой замечательный финский нож. Вот так выглядит сам финский нож, посмотрите. Сам клинок данного ножа классической формы, имеет прямой обух, обух толщина 3,3 мм. Также имеются спуски, спуски сделаны клином. Толщина спусков составляет 0,15 мм. Также выполнена заточка. Заточка сделана вручную. Общий градус заточки составляет 38 градусов. Имеются следы ковки на самом клинке. Также идет наборная ручка. Ручка сама выполнена из карельской березы. В данном случае у нас стабилизирована карельская береза. То есть она не будет впитывать влагу, грязь, не будет рассыхаться. Также имеются проставки G10 и вставка оленей рог. Причин здесь мельхиор и имеется мозаичный темляк. Нож выполнен полностью ручной работы. В комплекте идут также вот такие вот замечательные ножны. Всем, кому надо, обращайтесь. Цена не кусается.